Проект достаточно молодой, всегда его все с нетерпением ждем, и ребята очень любят выступать. Дети только пришли в школу. Нам очень хочется, чтобы им нравилось сюда приходить, чтобы они сюда бежали, чтобы они любили играть на своих инструментах, чтобы они любили заниматься. А для этого есть только один способ, чтобы они выходили на сцену и понимали, для чего они это делают. Выбрала арфу, потому что мне нравится ее звучание. Я, честно говоря, сейчас стесняюсь, но мне нравится показывать себя. Я очень хорошо выучила и старалась играть без фальши, чтобы было ужасно красиво для зрителей. Нравилось ее звучание и саму музыку, которую она играла. Очень красивый инструмент, и я решила на нем играть. Сначала я, конечно, не сразу хотела скрипку выбрать, но потом я посмотрела, что так много произведений именно на скрипке, именно для скрипки. Поэтому я выбрала скрипку.